9 августа. Вот в такой городской лесополосе, Хабаровской лесополосе, мы встретили свой 30 утро похода. Собрали уже лагерь, рюкзачки упаковали. Сейчас попробуем выйти к реке Амур. Надо бы как-то в порядок себя немножко привести. Ну и вообще речку Амур посмотреть. Пробираемся мы к Амуру, но не знаем, как туда пройти. Реку-то видно, вон она, вдалеке вон там. Вот. Не знаю, с моста спустимся, не спустимся. Сейчас попробуем пройти туда вот, по мосту по этому. Вот и подходим мы к реке Амур. Здесь, оказывается, даже автобусная остановка есть. Ну а вот она, Стелла, с 5000-ной купюры. Сейчас вот так вот отойду. С кораблем наверху. Вот это вот, которая на 5000-ной купюре. И мост, соответственно, через реку Амур начинается. Сейчас поближе подойдем, поснимаем. Вот Стелла с другой стороны, из-под моста, вот так вот выглядит. Хабаровск. Вот он, мост с 5000-ной купюры через реку Амур. Только как туда попасть, большой вопрос. Мы, короче говоря, никак не можем со Светой попасть. Там еще железная дорога все перегораживает. Как-то вот так вот мы добираемся до Амура. Вообще непонятно, где идти, куда идти, как. Ни указателей, ничего. Вроде у них там памятник такой поставлен. Там, что ли, дорога есть. Свет, по-моему, вон там дорога есть. А, так и здесь что-то вроде. В общем, и здесь, да, параллельно, вон дорога идет. Тоже туда же выходит. Чудо свершилось. Мы вышли к этому элементу моста. Вот здесь вот музей истории Амурского моста, оказывается, РЖД. И я так полагаю, сегодня он, как обычно, не работает. Ну, потому что мы пришли, а выхода к реке тоже нет. Все в колючей проволоке. То есть в музей мы не попадем, к Амуру мы не вышли. Круто. Экскурсионно. Суббота, воскресенье. Свободное посещение. С 10 до 17. Сегодня какой день, не знаю. В общем, музей закрыт. Вот почему. Режим самоизоляции на территории Хабаровского края. Будь она неладна, это самоизоляция. В общем, в музей нам не попасть. Как-то круто все получилось. Так, через забор можно. Раз. Бочка. Да. Как будто мы в музее. Вот такая какая-то тачанка. Там еще что-то желтенькое интересно стоит. Паровозов, куча вагонов. И никуда нам не попасть. Это какая-то уборочная машина. Вот блин, а. Снег был. Орол. Российской империи. Да, видно. Экскурсия по музею приходится вокруг музея, да. Вот так вот. Идем вокруг забора. Смотрим экспонаты. Вот есть даже вот такие вот. Все круто. Элемент моста, РЖД, вон там вот что-то, да. А, короче говоря, вот так вот как-то гуляем. Это мы пошли в надежде на то, что, может быть, мы к воде все же попадем, к самому-то, к Амуру. Ой, тут интересно, лесенки на мост, он на элемент на этот сделан везде. Жаль, жаль.
что так вот все закрыто. Ну ладно, хоть возможность есть вот так вот глянуть немножечко. Ну, и вам покажем. Друзья, мы это сделали. Вышли все же к реке Амур. Правда, тут обрыв обалденный. Вот, побыли мы на Амуре, поснимали музей из-за забора. А что больше делать? Сейчас пойдем. К нам тут ребята должны подъехать. Володя с Димой. Вот, мы посмотрели, обошли музей Амурского моста по кругу из-за забора. Сейчас должен подъехать Володя Шулаяков со своим другом, с Димой. И они нам хотели устроить небольшую автоэкскурсию по городу Хабаровску. Так что вот сейчас мы их ждем здесь, минуток 15-20, они подъедут. А это я брился на речке Амур, губу порезал, не обращайте внимания. Вот. Так что, короче говоря, вот такие вот у нас сейчас планы. Попытаемся посмотреть город Хабаровск. Нет, просто меня поснимай, как я гуляю. Я вообще-то уже и так давным-давно снимаю тебя. Нечего, еще ничего не увидели. Ну как не увидели? Вот музей из этого Амурского моста увидели. Кроме музея, который закрыт, а, реку Амур увидели. Река большая, конечно, классная. Сейчас, да, еще по Хабаровску, пока по путешествиям, может что-нибудь еще новое, интересное для себя откроем. Ага, мне как продавцу-кассиру было интересно увидеть вживую то, что на 5000-ной купюре изображено. Вот приехали ребята, да, Володя. Вот, опять. Не прошло Дима. 2 дня, и мы все встретились. Да. Но, я думаю, мы еще будем так где-то встречаться. Традиция. Ну да. Но... А или куда? Да, до Владивостока. В Владивостоке клево. Ну, что у нас ожидает? Экскурсия по Хабаровску? Да. Ну, по центрам посмотрим площадь, наверное. Посмотрим набережную. Если повезет, посмотрим наши митинги. Ага. Да. Хотелось. Это же самое главное, достопримечательность. Да, вот да. В это нынешнее, время. Да. В нынешнее время, да. Классно. Ладно, сейчас тогда перекурим и вперед. Это река Амур, да. Началась. Амур называется Амуром. Может, типа по-французски я любовь? Ну так это, наверное, не с французского пошло, я не знаю. А с какого? Ну, а с какого? С местных наречий, наверное, каких-то. Там на самом деле есть объяснение, просто я его не знаю. Ну откуда же местный может знать эти вещи? Началась наша экскурсия по Хабаровску. Автоэкскурсия. Да. Света, как прекрасно, да? Ходить по городу. Не, в смысле, сидеть смотреть по город. Городу. Не ходить, не ходить. Сидеть по городу. И с погодой как повезло. Солнышко. Да, да, да. С погодой вообще классно. Ты говоришь, что завтра будет какой-то ад. Да, а в неделю будет точно. Да. А сегодня вот все для нас. Все для нас. Да. Путешествие начинается. Экскурсия наша. Вот такая у нас дружная компания. Планы изменились здесь? Вход на набережную был, а мы решили туда не ходить. Там реконструкция, поэтому мы поедем в другое место. Ребенки. Набережная,
Да-да-да. Все раскидает. Можно сразу. Я считаю, что вот показаться в таком месте нужно обязательно купить будет, ну, потом на обратном пути покупать. Второго меня сегодня начал узнавать, позвонил. Вау! Вау, круто! Пушки! Красота! Какие это? Скелет? Чей это? Скелет кита. А, кита, да. Финвала. Вот это череп. О-о-о. Офигеть. Круто. Как все? Ой. Наступила. Девушка с веслом. Пионерская зорька. В эфире пионерская зорька, да. Блин, здорово. Вспомнить школьные года. Памятник графу Муравьеву Амурскому, 1891 год. Ох, высоченный. Амурский утес. Лес в Китай. Перевозят, да? Да. Получается, с той стороны вот там большой Уссурийский остров, и слева Уссури, а справа Амур сливается. Да, они по идее вот недалеко здесь сливаются две реки. Вот там дожди ходят. А Китай? Там. Да, Китай. Вот за этим собственно, да? Нет. Там по Уссурийскому острову. Ребята сказали, Китай там. Вот там. Вот, по сути, вот прямо перед нами Китай. Ну, вот не там, прямо. За. Да. Вот так. Да, да. Вот. За сопками. Ну, и пускай там будет. А это вот амурский пейзаж. Да, вот там. Где вообще-то посидеть? Да, где-то готовы. Где-нибудь я или так точно? Занят. Ну, постараюсь, я буду вообще до части ехать. Кого наберу, мне не будет, я не помню. Я вечером где наберу печенье. Бюджет, деньги текли рекой. То есть вот и то, что там, вот, там дальше серый берег, вот такой да. Вот, это все бетонная дамба. Они ее как бы там сделали. Ну, она, кстати, там на самом деле сработала. Да, там она подсказала. Просто они так и не сделали, как эти ворота называются, в затон. Затон там, затон, где корабли да, стоят. Да. И в прошлом году что-то они там парус топили, по-моему. Потому что ворота-то они не сделали. Вот дамба есть, но вот он вход. Да, и дом через передачу. Все, все, все. Ну, к ним прибыл другой дом. С другим туалетом. Да, да, лучше. В порядке, в принципе. С белым фарфоровым. Да, да, да. И все нормально, все на своих местах. И это, вы говорите, потом, после этого поставили памятник, да, на воде? Да, памятник на воде. Маленькая линеечка. Там несколько раз уже, там раз в несколько лет. Дерево любви. Лохматые, лохматые. Амура. Памятник Родиону Малиновскому.
колесо обозрения. Какая-то башня там, по сути, они все разные, конечно, но когда уже ты их видел там 100, то есть уже... На дорогу 2 дня, да, в море. Сильные профсоюзы, справедливое общество. А, ну да. Дом профсоюзов. У нас еще есть дом культуры профсоюзов, он около центрального рынка. Не знаю, у нас что-нибудь осталось от профсоюзов вообще? Да, профсоюзов-то не осталось. Ну, то и дело. Красивая, а? Да. А, это библиотека. Ну да, я понял, да. Очень красиво. Вот это библиотека. Мощно. Да. Все, вот это самая центральная у нас улица, центральная некуда. Ну, наверное, Ленина, нет? Нет, это... Как... Советская. Муравьёва-Амурского. Не угадал. Что это они там? Вообще охренели, что ли? У нас там есть еще улица Ленина. А дальше площадь Ленина. Сейчас. Как так? Муравьёва-Амурского. Муравьёва-Амурского. А, здесь три улицы идут вдоль. Да, Серышева, Муравьёва-Амурского и там Ленина. Точно, точно, вспомнил. Между ними два бульвара. Между ними два бульвара, все вспомнил, да. Точно. Муравьёва-Амурского, это вот мы гуляли по стадиону, там памятник ему стоял, кстати. Да, Муравьёва-Амурского. А этот Муравьёва-Амурский, чего ты такого натворил? Натворил-то такого, да, что в честь него. Да, архитектура, конечно, вообще да, мощная. Вот едешь, вот это ну, вот столько. Центральная улица Хабаровска, конечно. Кинотеатр «Гигант», почта. Не люблю я города, вот вообще, в принципе, большие, просто они всякие-то серые, однообразные, но есть некоторые, вот, например, Томск, например, Красноярск, вот, да что за город? Хабаровск. Что это за город? Хабаровск. Тоже очень красивый, с такой архитектурой, где-то сталинской, где-то царской, где-то все в Литвине, в этой там, с окошками, ну вот, посмотрите, вот, вроде ни о чем, а красиво, то есть так вот. А сейчас везде строят современные эти стекляшки, которые, ну, в небо тянутся. Да, архитектура, конечно, просто потрясающая. Вам несказанно повезло. Я еще не видел площадь за последний месяц без пикетирующих людей. А, да. Хабаровск. Значит, вечером сегодня придет. Посадили мэра местного, все вот говорят, что он очень хороший человек, и вот люди, да, пикеты всех проводят. И вот Дима говорит, что нам действительно очень повезло, что площадь действительно пустая, нет пикетов никаких. Да. Поэтому сейчас мы пойдем, наверное, посмотрим на фонтаны. Здесь замечательные фонтаны, вообще красиво очень. Нам повезло, а Фургалу не повезло. Ну да, вот так, кстати. Кодовое название «Приди покормить голубей». Ага. Хабаровск собирается на площадь кормить голубей, не протестовать. Да, 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 да. Ну да. Ну, здрасте. А ее перекрыли, потому что... Мы так идем, Света кричит, это что за дерево, что за дерево? Никогда не видела абрикосовое. А это абрикосовое дерево. Вот оно просто все. В центре Хабаровска растет города. Абрикос. Ну, они во дворах растут, когда мы дети вот были, они висят везде. Собирали их, ели. Ты ешь, что ли? Вкусно? Да. Абрикос, а мне найди тоже. Вообще сладкий. Вот, вот, смотри, на. Вот он лежит. Вот. Слушай, реально вкусно. Все, мы тут остаемся. Вкуснотища. Офигеть, мы в Хабаровске, здесь абрикосы. Ты что? Откуда у вас? Коронавирус, понимаешь, правильно? Ну все, я, короче, понял, мы теперь отсюда, от этого дерева не уйдем. Уже фонтаны нам не нужны, площадь нам не нужна. Очень вкусно. Класс, да? Из этих абрикосов целая абрикосовая фабрика. Уже потом еще обратно пойдем. Может, еще свеженькие попадут. Заехали на городскую площадь. А можно пузырик пустить куда-нибудь вот в меня? О, вот это да! Хоть какая-то радость в жизни, а?
Сегодня воскресенье, и здесь нет митингующих. Но в последнее время вот люди собираются именно на этой площади. Отстаивает своего губернатора. И всю эту операцию «И» называют «кормить голубей». Так что мы идем не бастовать на митинг, а кормить голубей. Памятник Владимиру Ильичу. Как же без него? О, красивая площадь. Ой, фонтан удивительный тут. Очень красивый, большой. Красивая площадь, вообще классная площадь. Фонтан замечательный просто. Наелись абрикосов и пошли гулять по площади. Фонтаны рассматривать, разглядывать. Ну, вот вся наша дружная компания. На улице пошел дождь, испортил нам прогулку по фонтанам. Так что возвращаемся к машине с ребятами. Так, в ускоренном темпе. Платинум арена хоккейная. В самом начале они побеждали, а потом как-то перестали побеждать. И все. Стимул пропал. Спускаемся в подземный переход. Широченный такой вообще. Вот так вот по той аллее обратно. Да. Тоже что-то поломали, смотрите. Он Бабы и Гори стоил. Пожалуйста, да, поломал. Она, наверное, на митинг хотела полететь. К нам спиной сидит Нептун. Я вообще доволен. Я гуляю по Хабаровску. Такой красивый город. Есть что посмотреть. Вы на фоне его головы такие маленькие, кажетесь. Ты вообще на его фоне маленький. Все через почти одно место. Ну, был бы фургал. Вова, посмотри, моется он на берег. Он бы быстро забрался. Свобода фургалу! Так,
пофотографировались вот таких, около таких замечательных медведей. Красота. Я из Питера, турист, на мотоцикле приехал, я с вами, я вас всех поддерживаю. Так что вот. Поющий пруд. Поющие фонтаны Хабаровска. Ну это поющий пруд, да, с поющими фонтанами. А вот с другой стороны... Ресторан Шанхай. На прудах Хабаровских. Ну такая вот красота. Интересные скульптурки. Сделаны очень. Друзья мои, вот наконец-то я спросил у ребят, что вот это за дерево, которое уже обещаю не один раз сказать. Оказывается, это... А манжурский? А, манжурский. Манжурский орех. Манжурский орех. Блин, так это... Прикосов там нет. Он манжурский орех пытается вытрясти. Нет, это потому что свободу в Кургалу. Здесь тоже хочется сфоткаться. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. Извините, пожалуйста, я... Вот. Чебурашка, чебурашка. Чебурашка. Хорошими делами прославиться нельзя. Лариска, сумку. Решили немножко перекусить. Золотой стандарт, ура! Золотой стандарт, ням-ням! В город к нам пришла жара! По мороженке, друзья! 100% натуральный мороженое золотой стандарт! Спрашивайте в магазинах города! Дворец хоккея с мячом. Огромный такой. А мы идем гулять на набережную Амура. Мы сегодня Амур со всех сторон рассмотрим, да, Сут? Да. Он, да, он немножко... Я за Амур. Ну да. Нет, нет, там через Уссури. Здесь попадает в Уссури, в Амур попадает. То есть по тому берегу получается место? Нет, нет, с этого... С этой стороны города? А, Уссури там, да, она идет туда, втекает. Уссури? Уссури это... Река, что попадает. Такая у нас большая компания собралась.
Тратит время на то, что перекидывает, если мы с тобой не перекидываем, то пока прошуруешь. Вот так вот мы должны были путешествовать. Примерно. Мы с тобой так путешествовали на плоту. Да. Вот мы были точки, а так. Может, какой-то лифт, я уже знаю. Вот она проехала. Почему я должен уважать другого человека только за его возраст? Не за мудрость, не за ум, а просто за его возраст. Никогда, я постоянно... Понятно, там, когда мы уже там ходить плохо, там, помочь, там, занести просто из-за... Ну, просто потому что человек прожил, как бы он ни прожил, сейчас ему тяжело, сейчас можно и помочь. Вот за счет этого, да, просто уважать. Там, как, да, ну нет, ну понятно, что я уступлю везде, там, в автобусе, там, стричку, ну это естественно, понятно. Но просто типа того, что ты почему мне его там так разговариваешь, он же типа старше тебя. А я же слышу, что он меня даже вот так. К вечеру на площади собирается народ. Приехали мы еще на железнодорожный вокзал посмотреть. Вот такая тут стела интересная. Ох, красота. Привокзальная площадь. Такой красивый тут вокзал. Потому что мопеды здесь завод имени Дегтярева. Да. Ковровый, все, мы правильно говорили. Завод Дегтярева. Надо как-то быстро проскочить. Я не говорю, что что-то есть оружие. Да. В городе, в котором много фонтанов мы находимся. Который уже фонтан по счету снимает. Вон там дотечка снизу, там это оказывается, что-то такое, Ерофей Павлович, из которого город снимался. Я думаю, да. Ерофей Павлович Хабаров. На самом деле, не смотреть, не смотреть.
Ребята и Ерофей Павлович. Давай мы отойдем просто, нет. Мы зашли в торговый центр. Владимир, что за поза перед винным отделом? Я не подумайте. Я не потому, что это низкая полка, потому что для меня это все, это вся моя жизнь. Понимаете, я когда вижу полку со спиртным, у меня ножки подкашиваются просто. Мне хочется взять все. Спасибо за исчерпывающий ответ. Тут уже по ночному Хабаровску катаемся. Какая красота. Я там храм снимал, как бы с подсветкой. Интересно выглядит. Я, говорю, до вас ходил, смотрел красивые места. Дома красивые у вас. Где он тут увидел? Мы из квартиры выехали. В общем, ребята, вот такая вот у нас сегодня ночевка. Лежанка. Получилось. Мы ночуем сегодня в гараже. Гаражи, рядом, да, с двумя офигенными конями. Да. Вот. Володя вот с нами. Короче, ребята, вот Дима, Женя, Дима, Женька, Костя. Костик, да. Вот они нас как бы приютили и вот выделили нам такое как бы спальное место кайфово вообще. Да, мы сами его выпустили. Ну, мы сами, можно сказать, да, так чуть-чуть поднапрягли, да, пацанов и немножко его тут подвыпросили. Да, и, да, в общем. Вот, ну, как в квартире может переночевать любой дурак, да? Да, 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 да. А вот так вот, это же, ну, потому что мы же сами, вот, отправившись в путешествие, мы же сами выехали из квартиры. Ради чего? Ради того, чтобы ночевать в квартирах, что ли? Да нет, конечно. Наоборот, чтобы где-то вот, ну, вот как вы, вот, там, в палатках, на берегу речки, ну, тоже понятно все, где-то вот, я всегда вот стараюсь, наоборот, у меня это вот в копилку, в коллекцию, в гараже, в дровнике, в бане, в сарае, там, в поезде, в каком-то вагоне, там вот я в КамАЗе спал, там, ну, просто вот, потому что это все обязательно в голове отложится и вспомнится, это же эмоции, впечатления, так что вот, ну и ребята здесь сумасшедшие, просто ребята вот вообще обалденные, катали просто весь день, вот с самого, да, утра и до самой ночи катали. Это была лучшая экскурсия, да, вот тут за все, вот, за наш месяц, да, путешествия, да, вот лично за наш со Света, это была просто лучшая экскурсия, да, по городу. Так что Хабаровск вообще Хабаровск, да, просто вот, конечно, рулит. Отложился вот не то, что в голове, а в сердце. Да, 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 на самом деле. Ну и вот мы сейчас располагаемся. Будем спать рядом с железными конями. Как бы это вообще просто, просто суперски все. Так что все, ложимся отдыхать.